Прогноз погоды представляет сеть магазинов любимых покупок «Эль-Сити» и строительная компания «Свой дом». Новый год начинается с «Эль-Сити». Строительная компания «Свой дом» представляет жилой дом «Селфорд». Продуманные планировки, ландшафтный парк и подземный паркинг. Телефон отдела продаж 205-03-30. Всем привет! В Красноярске стабильно скользко на дорогах и тротуарах. Но если вы думаете, что у нас сильная гололедица, то вы просто не видели, что происходит сейчас в Америке. Это, например, сотрудник местной почты пытается доставить посылку, хотя больше это все похоже на игру в кёрлинг. Но финал положительный. Один выверенный толчок, и посылка точно у дома заказчика. Ну и вернемся в Красноярск. Этой ночью у нас с вами минус 13... И снег днем минус 11 и без осадков уже. В воскресенье минус 14 ночью, минус 10 днем. А в понедельник немного теплее. Минус 11 ночью и около минус 6 днем. Всем хорошей погоды. Пока.